Давай этот сделаем базар, так. Я Абдуль-Галим, сейчас выключаю базар закончился. Товарища, и я буду говорить. Абдуль-Галим. Я буду говорить сейчас. Нет, я не буду говорить. Не буду разговаривать с вами. Я задаю вопрос, я не буду говорить. Вы сейчас будете проклинать самого себя. Пока вы не проклянете самого себя, я еще раз говорю, про самого себя, если то, что ты сказал, правда, в отношении Амбакра, я призываю проклятие на себя. Если то, что ты сказал, неправда, да падет проклятие Аллаха на тебя. И на всех тех, кто придерживается вот таких порочных куфровских убеждений. Устраивает тебя? На свой род вы не призвали проклятие. Еще раз повторяю, смотри, я сказал, те, кто поддерживает тебя, и те, кто поддерживает, вот если то, что ты сказал, правда, про вас говорю, про вас. Я себя тоже говорю. И в рот тоже я включаю, если они нас убедили, что... Скажите, как скажите, с самого начала. Скажите с самого начала. Что сказать? Я сказал то, еще раз. То, что должны сказать. Если то, еще что ты повторяю. Сейчас сказал про Абу Бакр ас-Сиддика, не соответствует действительности. Если ты доклеветал, если ты наговорил на него, если это неправда, да пойдет проклятие Аллаха на тебя и на твой род, говорю. Если это правда, пусть пойдет проклятие. Если то, что ты говоришь, правда, в отношении Абу Бакра, я призываю проклятие Аллаха на себя и на свой род. Аминь.